ехать мне надо. Давай, оставайся дома, поехал я. Второе апреля, Ялта. Все расцветает. Все расцветает кругом. Этого солнца мне не хватало вчера. Мрию. Вот видите, на пешеходном сколько уже собралось людей. А что так мало Мрию посмотрело? Или не стали смотреть из-за того, что вы туда не попадете, что ли? От 20 до 100 тысяч в сутки сейчас. В пик от 100 тысяч до 360 тысяч в месяц, в день, в сутки. Я думал, будете смотреть, специально для вас снял, как бы мне особо и не нужен он был. Я мог и здесь искупаться, в городе. Там 6 отдал, здесь 2, 2,5 отдашь. Иду на Маргейн. Хочу на нем прокатнуться. Особого желания нету, но набережная Ялта. Людей много сегодня. В майках, кто в легких куртках, кто в чем, короче. Ну, для порта вода чистая. Для порта вода чистая. Комбезы сейчас в моде. Да они еще 2 года назад в моде были. Спецодежда, короче. Хоть дворника, хоть слесаря. Накидывай вперед. Это по моде. Ирина Афонина, спасибо вам большое за перевод. Вы уже второй перевод присылаете за 4 дня. Дай бог вам здоровиться. Вы очень, очень помогаете мне. Я, во-первых, камеру смогу посмотреть. Телефон надо сейчас открыть.
Там мужчина еще написал спасибо за Днепр. Прислал перевод. Да пакет мешает мне, блядь. Евгений Анатольевич. А, Евгения Анатольевна К. Я подумал, мужчина Евгений. Извиняйте. Благодарю за великолепные виды санатория Днепр. Спасибо вам большое, Евгения. Вот. Афонина Ирина написала еще привет всем собачкам. Ну, видите, я эту всю неделю ходил, снимал Мисхор Гаспру. Не до собак, короче. Рыжик наш Бармалейка не стал дома сидеть, блять. Я так хочу, чтобы он дома отдохнул. Вот он только пришел. А мне уходить. Я раз вышел, два, он стучит и стучит, короче, по двери. Блин. А ему выспаться же надо. Он не зря ж пришел. Да в обед, что интересно, пришел. Эх, Рыжик, Рыжик. Ух, там волна стукнула, ударила сейчас сильно. Вон Барбос прискакал. Вон Рыжик Барбос. Иди вон Барбос. А вот этот. Только не прыгайте, ёпрасите. Бля, прыгать начал. Фу! Фу! Блядь, такой. Держи его, Рыжик. Держи его, правильно. Я должен спокойно реагировать на это, да? С ваших слов. Как это бестия прыгает на меня тут. Если уважал бы меня, он к дому прибегал бы, как Рыжик. А это чертило только из-за еды со мной дружит. Только из-за еды, больше ни за чего. Держи его, Рыжик, держи. На улице, можно сказать, даже жарко. Сейчас мы посмотрим температуру. Ничего я им не брал, потому что я иду на Маргейт. Я вообще не хотел даже снимать ни набережную, ничего. Со вчерашнего дня еле ноги передвигая, там столько километров нарезал вокруг Мриву. Никто это не оценил так. Просто в шоке от вас. Ничего вас ни хера вообще не интересует. 25 градусов без 10-3. 25 градусов, ничего себе. Это не на солнце он, между прочим. Шевелите поршнями. Мужик запел. Вот со стороны глянешь, столько народу вообще. Очень много.
под огнем. Воду пьют собаки. Что вас не интересует, кроме набережной? Ложись, ложись, в воду прям ложись. Да сдались вы тепла, собаки. Дождались. Дождались тепла, да, рыжик? Пришла весна. Немного повеселее стало. Маргейт сегодня ходит или нет? Но мне сказали, что он не ходит. Не могу я находиться здесь среди детей. Орут. Вчера в бассейне чуть с ума там не сошел в этом Рио. Визжат, орут, и в автобусе сейчас один ребенок орет просто так от фонаря на собаку. Собаку посмотрел и орет. Барбосик, здравствуйте. Ты, пантера, что у него блок не почистишь? Видишь, он ухаживает за тобой. А ты, балбесина, почему за ним не ухаживаешь? Он взрослее тебя. Рыжик в ямку сел, где посырее. Жарко рыжику. Халявщик ты. Халявщик. Рыжик, пойдем домой. Как же обидно, блядь. Не ходит этот Маргейт. Я не хотел идти сюда. Но пошел и вперся. Маргейт не работает. Типа волны, блядь. Пошли, Рыжик. Идем домой. Вперся даль такой. В Ялте пыль столбом. Озеро Серебряное беседует с возможностью подняться к зубцам. Секретная и подробная информация в кассе номер 1. Касса находится на нижней набережной. Очень многие приглашают всех Пантера за Рыжиком бегает. Рыжик домой хочет убежать. И от него никак не скроется. Жарко, да, Рыжик? Под стол лег. Барбоса бросит этот вечно. Бросит Барбос один постоянно. Ха-ха-ха, не надо. Чё не на камеру лезут с этими обезьянками? Их
наоборот прикроет. Сейчас на видео будут так. На камеру, если будут лезть. Давно же запретили им уже, да? Капуста как подросла. И синяя. А, по-новому высадили. Рыжик, понюхай капусту. Пахнет хоть она, нет? Не хочешь понюхать? Куда ты по ней не ходи? Пчела, смотри, укусит, вот пчела летает. А черный не интересуется вообще ничем, ни цветами, ни природой. Ему лишь бы пожрать и все. Ходит как робот. Идем, Рыжик. Ага, Сланжа появилась. Магнолия Сланжа. Солнце в Рио. Такие кадры были бы. Вчера так пасмурно было. Темно. Темные краски такие получились. Нехорошие. Обидно, конечно. 6 тысяч за день. Это без еды, без ничего. Это, если кто захочет на один день туда сгонять. Без еды, без ничего. В Маргейт собирался полгода я. И вот сегодня я собрался. И он не работает сегодня. Да. Всем пока, пошел я домой, короче.